Это растение из семейства астровых усеяно трупами насекомых. Многие из них пришли, чтобы отведать сладких капель, которыми усеян стебель растения. Однако прилипли к ним и остались здесь навсегда. Все эти мертвые насекомые помогают растению привлечь к себе в сообщники клопа-убийцу. Дело в том, что гусеницы очень часто поедают цветки этого растения, а без них оно не сможет размножаться. А клоп-убийца как раз может с ними со всеми справиться. Ну или почти со всеми. У него есть острый хоботок и слюна с ферментами для расщепления внутренних тканей. Это значит, что в итоге он высосет из жертвы переваренные внутренности, оставив лишь каркас. Также клоп откладывает яйца среди приклеенных насекомых, и теперь, когда придет время молодняку появиться на свет, еда будет уже рядом. В свою очередь растение сохранит цветки и сможет опыляться прилетевшими насекомыми.